Доброго всем времени суток. Здравствуйте, друзья, гости, подписчики канала. Сегодня у нас 25 февраля. Температура плюс 6. Вчера было плюс 13. Но тем не менее, есть желание побурить, наверное, последний лед, или как правильно сказать, крайний лед. Там он, Олег Валерьевич. Не знаю пока. Вот, пришли мы на один водоемчик. У нас дожди были, плюса неделю. Ну, сейчас можете вот посмотреть, какой лед стоит с водой. Не знаю, выйдем, не выйдем. Во всяком случае, попробуем. У нас получится. Надо еще попробовать выйти на этот лед. Вот. Потому что смотрю, тут промоины. Надо посмотреть, где можно выйти. Ну там ты не пройдешь. А? Ну там ты тоже не пройдешь. Надо смотреть вот там. Вон, видишь, там тоже он лед стоит. Ну или во всяком случае кажется, что он стоит. Вот. Ну это вода. Это под ней лед стопудово. Это вода. Ну можно там попробовать. Попробовать? А потом по льду? Ну да. Ну давай попробуем. Короче, сейчас будем пробовать. Где-то зайти на него надо. Да, выйти на лед. Правда, сегодня после обеда дождь показывал. Ну посмотрим, чего получится. Как говорится, бешеной собаке тут никто не указ. Ё-моё, а как мы тут спустимся? Ну что, вышли мы с Олегом на лед. Лед вроде ничего, во всяком случае. А? А ну сверни лунку. Давай настроимся. Опять-то говорит, лед толстый. Толстый? Угу. Давай. Здесь угу. Попробуем. Да что нам вода? Вот. А ты на коробке будешь сидеть, да я. А ты на санках будешь сидеть, которые батя привезет. Сейчас попробуем здесь забуриться. Посмотрим, что за ледик у нас. Так. Пробная луночка. Да ё-моё, тут лед. На машине можно ездить. На машине можно ездить. А ну-ка. Ну, сантиметров 20. Ну, может, не 20, да? Да. То же самое, что и было. Вот вам и плюс 13, и плюс все остальное. Ну давай, бурись тогда. Вот так вот вдоль бровочки, Олег, в шахматном порядке. Туда-сюда. Сейчас попробуем, чего и как. Решили мы сразу с Олегом подзабуриться много. Сейчас попробуем. Ямку вроде надыбали. О! Олег, вот старая луночка, тоже глубину пробей. И вот еще одна. Да ё-моё, тут лед, он, смотрите, какой лед. Двадцатка железно. На нем танцевать можно. Сейчас будем пробовать. Рыхлый, зараза. Сейчас понакрутим чего-нибудь. О, ну тут старая. Я сейчас тебе буду цеплять еще храбаков. Так, есть у нас первый окушок. Сожрал. Вот. На удочку. Да, я попробую побалансировать, еще поблеснить. Вот.
Вон пробурись или сзади, или впереди вон лунки, тут старые есть. Сейчас попробую. Только ящик, не ящик надо. А еще что тебе надо? У меня меньше блесенка есть. Зачем тебе ящик? Посиди. Да пошел бы ты, знаешь куда. Вон храбаки нацепляй. Лови, Олег, я тебе дал, лови. Чё ты? Где моя снасть? Вот твоя снасть. На, подними ее и увидишь. А я сейчас другую поцеплю. Раз он блесниться не хочет, значит понятно. Вот у этот джигит и ушел. Забрал у меня Олег палочку. Началась рыбалка. Дай мне. Ну да. Дай. Да. Да. Гена. Гена, так. Не рвайся. Да, пошли, давай. То же самое, что тут. Так, ладно, будем наряжать. Сейчас попробую без мотылочкой поработать. Так. Все, давай. Пока, давай. О, или какую возьму? Вот, сейчас возьму клопика. Попробую на клопика. Олег Валерьевич тут мне ни лунки гад сам сверлить не хочет, ничего делать не хочет. Еще и ящик ему дай. Одним словом. Тут утей кормить надо. Вот, а он, этот почтальон, о котором Олег Валерьевич. Наверное, обожрал уже. Ну так заряди, что у нас, мотыля нету. Так, глянь, конечно. Олег, тебе что, жалко? Ну что, сейчас запутайтесь. Ну так просверли себе лунку. Рядом можешь высверлить, а можем в одной лунке. О, есть на безмотылочку, на клопика, хоть червя одевать не надо, клюет, Олежа, даже без этого клюет, без как его. Так что, у тебя лунок мало, что ли, ты? А что ты, как ты ловишь? Ну как, вот поддрюкал. А поплавок что? А что поплавок? И поплавок поддрюкивай. Засранец поклевывает. Сейчас сразу. Тут уже пошел вообще. А нет, он на другую сторону. Это тот, который на окуня ловит. Без мотылку получается больше поклевок, чем на мотыля. Он Олег Валерьевич улов считает. Одному на каждую утку не хватает, не? Будем стараться. Короче, боремся. Пробурили три лунки. Там стоит на мотыля, тут на мотыля. А я пробую на клопика. Вот на клопика еще отзывается. И то с большими паузами. Берет от... Только непосредственной близости ко дну. Прощелкал только что такую хорошую поклевочку. Короче, клюют гиганты. Но, скажем так, во-первых, утки будут довольны. Это первое. Во-вторых, судя по тому, как мужики бегают по льду, вообще ничего не клюет. Не, ну... Мы же за удовольствием, да, Олег? Не за рыбой, скажем так. Может, кому весело будет от нашей рыбалки, тоже как бы польза.
А нам в кайф. Ходить тяжело. Порыбачить хочется. Слышь, Олежек, это мы на яме, считай, да? А что ж, если на миляк выйти, что ж тут за микроскопические кушать? Мучим, мучим, пока результаты плачевные. Ну как плачевные? Я же говорю, что мы не голодаем, слава богу. Сейчас пробовать будем тут. Смотрю, целина не паханая, может здесь, на этом уровне. Что-нибудь найдем. Пока. Пока. Судя по перемещению тех двоих мужиков, они уже тут всю акваторию обследовали. Интересная такая картина, вот закономерность, да? Ловим с Олегом вдвоем с одной лутки. Вот он на стояк на мотыльчика, а я на безмотылочку 2-3 раза об дно стучу. Только вот непосредственно, ох-ох-ох, непосредственной близости, можно сказать, что вот прямо со дна. Только так хочет. Рядом он у меня поплавок тоже с мотылем. И ни хрена. Топно постучал. Хоть камеру не включай, да? Или? Я говорю, хоть камеру не включай. Как камеру включил, как по заказу. Ух ты, зараза. Хорошая поклевочка была. Так и поддрюкнул я его. Не, надо пирамидку попробовать. Крючком мне интересно. Сейчас я, наверное, возьму вторую удочку, третью вернее. И попробую попирамидить. Видишь, он хочет, чтобы ему со дна мулячку подымали. Мы тут с Олегом по-братски делим одну лунку. Кабаны идут, дали. Ох-ох-ох-ох, ля-ля, что творит. Есть. Ух, кабаньера, вот это слышишь, горбачи. Ты представляешь? Короче говоря, такая... Сейчас он, сукин сын, подойдет поинтересоваться, что ж там по дну стучало. О, у тебя уже клюет. На стояк вообще никак. Не хочет, хоть ты тресни. Олег, давай я тебе дам нормальную удочку с мормышкой, будешь вот эти там на кивочек поддрачивать. Сейчас я вытащу одного крупного. Кабаньера? Угу. Поддавливает. На карася? Да. Так у тебя там и нет ни хрена. Ты хочешь, чтобы оно клевало, Олег? На голый мормышка он сегодня не клюет. Будешь идти ловить? Вот иди сюда, какой красавец. Ты посмотри, какое кабаньера, слышь, Олег. Обалдеть, обалдеть. Не, утки сегодня должны нам, по-любому. Что это за дела? Конечно. А где щетка? Пройтись по вот этой. Олежек, да вон там вторая есть. Возьми себе за сапог. Я ж две взял, одну тебе, одну мне. Ну, по идее, они должны уже так. Ты только к утятнику подошел, и они уже должны кричать: Олег Валерьевич идет, Олег Валерьевич. Жрать несет. Я вижу. Водит. Нахера ты ее переводишь? Кого? Это я туда пойду карася ловить. Высыпалось много. Нахера. Да.
это что за... Там дрюк, ну там клюет. Тут... Вот, сука, прекратил. Ты видишь, отводит. Ну, да. Вводит. И хрена лысого. И пустой крючок. Но это может быть и не окунь, Олежа. Может быть, действительно карасик подошел и пощипывает вот с таким. Потому что у меня даже подбросы были. Конечно, окунь тоже на подбросе ловится, но все равно. Есть. Ну вот, видишь? И кабанчик, да? Ну, да. Только ты... Ну, я говорю, мог карась подойти, потому что ну явно не такая, не вот эта пидорастического окушка. Сейчас, сейчас, сейчас. По дну. Клац. Да, надо перекусить, этот дождик накрапывает. Ух, ё-ё-ё-ё-ё, какие поклевки. Ну да, пока же я снег там чистил. Красота, какие были гадства. Пока микроскопическая срань. Вижу, вижу, вижу. У меня пальцы в мотыле. Прикормку, а. Так они же результат нужен. Это же соревнования, Олег. Ты же не равняй нашу рыбалку ихнюю. Конечно, им надо как бы много. Они закармливают лунку, бежут дальше. Вот он бросил мотыля, просверлил, бросил, побежал. Посверлил, бросил, побежал. Вот. Потом пришел и начинает облавливать. Ему же результат надо. Так там тоже, знаешь, сколько там говна? Он увидел, что у тебя клюет. Тут просверлил, как, вжарил туда килограмм, чтобы у тебя, лишь бы у тебя не клевало. Понял? Не важно, что ты ел. Главное, чтобы сосед не выиграл. Олег, ну у тебя там уже обсосанный, как бы... Ладно бы не было, а то... Одень нормально, хотя бы пару штучек. О-о! Ну, сучка! Ты посмотри, только положил, а то вот сволочь. Не, это, по-моему, походу это белая какая-то, Олег. Окунь так не должен, такие поклевки ядерные. Походу это белая. Ух ты, ё, так он у тебя уже там сидит. Нифига, Олежа, а ты шо, глянь. Вот, слышишь, пополам делим, слышь, половина тебе на сковородку. Обалдеть. Да, видишь, как вот покрупнее повесил, покрупнее подошел. Горбыли, можно сказать. Сразу на 9. Ну, видишь, подыгровочку, подыгровочку хочет. Подыгровочку, пауза. У меня в прошлый раз, по-моему, краснопер был. Поплавок аж туда в лунку и погнал. Я пока смыкнул. Все. Да. Ля-ля-ля, танцует, танцует, Оля. Угу. Что-то оно хочет. Какой дождь, он за крыху закрышили, это замашал он, батя. А ты валить собрался. Сейчас самая жара пойдет. Сейчас он тут распугает все. Или соберет. Одно из двух, Олег. Есть контакт? У-у-у, конечно. Слышь, кабаньеро настоящий.
Да, крупный пошел. Крупный, крупняк. Это гусак мочи, утка может подавиться, Аля, таким. За раз его заглотит. Заглотит, да? Да. Надо с руки ловить, потому что это... Я говорю, с руки ловить, пока я за удочкой, да это самое, дотягиваюсь. Он уже все. И мотыля сожрал. А без мотыля в два раза меньше поклевок. Что? Вот то прям... Начался у нас дождь. Олег, наверное, сейчас уйдет, а мы с его батей еще полоем. Налотит вот такой вот дождь, видите. Вот Олежек пошел домой. А мы с его батей продолжаем. Он там закрышил на карася. Вот. А я тут мелкого окуня для утят ловлю. В общем, вода с меня течет ручьем, но сухой. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, давай, давай, давай еще. Есть такая буква. В общем, все для уток. Все для фронта, все для победы. Вот, заметил такую особенность интересную. Вот, вот, все-таки сначала ловил без подсадки, да, мотыля, то есть чисто на клопика мормышка. Вот, ну, поклевки такие, пока под нос стучишь, он вроде как интересуется, начинаешь только чуть подымать, все, интерес пропал абсолютно. А вот сейчас вот делаю подсадочку из мотыля и так вот по дну 3-3 раза так тум-тум-тум-тум оставил на паузе. Притом, ну, настроил так, что где-то, ну, миллиметра 3-4 от дна. Если нет движения, опять тум-тум-тум. И берет более-более активно, чем да вот на поплавки там такие жмуты мотыля висят, и ни хрена. Надо только немножко поддрюкивать. Вот, все равно активность не такая. Это прям стекает вода с меня. Ох, ох. То есть, если немножко некомфортно, руки мокнут. Под вечер обещали до минус одного. Вчера было плюс 13. Такая хорошая погода. Но рабочий день, куда денешься. Сегодня, скорее всего, вот, ну, с утра было потеплее, не знаю, что там будет дальше. Сейчас еще раз его подрюкнем. Раз, раз. И пусть повисит. В общем, с такой вот подыгровочкой, по факту, берет лучше, чем на игру. Потому что пробовал я по-разному. И подымал с подыгрыванием. Вот, пожалуйста, уже интерес. Так, у меня в той лунке интерес был, но... Прошлепал я поклевочку. То есть какое-то такое странное. По идее, вот уже, ну, он не последний, конечно. Видно, что толщина приличная льда. Но вот уже февраля нет. Скоро весна. По идее, хоть какая-то активность. А судя по нашей рыбалке... Вон, все порасходились. Там всех-то было всего два человека. А он, батя Олег, говорит, что в прошлом году тут, говорит, по 140 человек сидело. Говорит, негде было лунку просверлить. Вот такая вот она рыбалочка. Ну ничего,
поклевывает, и то славится вот такие. Покушать не дают матросики для утей. И дождь молотит. О, 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 давай, давай. Рукавицы уже мокрые. Их надо поснимать, потому что только от них. Насквозь дождь шурует. О, о. На блоху. На клопика. Небольшая подсадочка и все. Найденыш попробовал и все. А сегодня как-то так вот. И дождь идет, а мы на лыжах. Чтобы камеру воды не набрать. О, о, о. Давай, 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 давай. Не-а. Вот так вот. Поплавок рядом. Поплавок не хочу. О, еще один. Вот так вот. Да, дождь со снегом. Жена позвонила. И позвонила невестка Таня. Гидрометеоцентр. Говорит, ночью до минус 6. Ё-моё, если это все замерзнет, туши фонарь, сливай воду. Только уже думал, весна сошел, гадюка. Вот. А ну, оказалось, нет. Несколько дней февраля еще могут дать. Пожалуйста, пучок мотыля на поплавке. Ноль. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Поймал эту удочку. Гадюка. Сучий потрох. Сейчас мы тебя, гада, еще поймаем. Чтоб знал, как нам снасти путать. Снег с дождем валит. Уже не знаю, часа два, наверное, не может видно будет на камеру. А мы сидим, костюм тестим, грубо говоря. Вот. А вообще-то как бы пытаемся получить удовольствие. Поклевывай так, засранчик маленький. Ну что, как успехи? Ни хрена. Не клюет больше? Одна поклевка и все, да? Поддолбанула, а сейчас же окунеком схватил. Тоже на тесто или подсадочка, мотылек? Мотылек. Ладно, пойдем мелкого окуня поддолбить. Thank you.